Джон, Пол, Джордж, Ринго. Джон, Джордж, Пол, Ринго. Джон, Джордж, Пол, Ринго. Форева! Продолжаем наш праздник. Битлз-то форева. Значит, и праздник вечен. И сейчас мы посмотрим супер подборочку джоновских фотографий марта 69 года, когда Джон Леннон сделал акцию о мире, за мир, против войны. Мы все ненавидим войну. Война – это позорище человечества. И мы солидарны с Джоном. Мы так же, как и он, поем вместе с ним. All we are saying is give peace a chance. Вот пресса мира о Джоне. Вот Джон Леннон о своей акции. Вот наш Джоник на обложке немецкого журнала, которая представляет его акцию «За мир». Вот он с женой в отеле «Хилтон». Люкс номере номер 902. Вот что пишет пресса мира о Джоне и его акции. Как протест против насилия в мире, Джон и Йока лежат в постели и дают интервью прессе. Их стремление к миру привлекло большое внимание людей по всей планете. А вот что говорит, давайте посмотрим, что говорит сам Джон о своей акции. Демонстрация в постели, возлежание в постели за мир против насилия. Не просто насилия, а мирового насилия. Вот что говорит Джон о своей акции «За мир в постели». Это было большое событие. Вы подумайте, газеты всего мира под крупными заголовками сообщали о том, что женатая пара разговаривает в кровати о мире. Для нас это был один из самых незабываемых эпизодов. Мы как бы совершили гастрольную поездку, не двигаясь с места. Я считаю, что это было очень полезно для нашего дела. Мы стремились заставить людей раскрыться и согласиться с нами в нашем движении за мир и любовь на планете. Джон Леннон, 69-й год. Вот давайте послушаем еще одну фразу Джона о своей деятельности за мир. После возлежания в постели против мирового насилия Джон Леннон встретился с премьер-министром Трюдо в Канаде. И вот что Джон сказал по этому поводу. Трюдо был заинтересован. Вот что Джон сказал о Трюдо. Президент Канады был заинтересован в нас, потому что считал нас представителями молодежной фракции. То он действительно хочет стать за движение за мир и понять умонастроение молодых людей в мире. По-моему, сказал Джон, он очень нервничал. Даже больше, чем нервничал я при первой встрече. Мы говорили обо всем, что только можно себе представить. Он уделил нам 40 минут. Это на 5 минут больше, чем он уделяет главам государства. И это было наше торжество. Он читал мою книгу «In his own right» и сказал, что ему понравились стихи, которые там есть. А нам хотелось посмотреть, чем они занимаются, эти лидеры, как они работают. Джон Леннон, 69-й год. Вот супер статья, ребята, о письмах, которые получает Джон Леннон от своих фанов и вообще от тех, кто врубается и знает кое-что про Джона. Итак, Джон Леннон в 69-м году, как реакцию на свою акцию «За мир в постели»,
в Амстердаме, получил много писем. И вот что он сказал о них. «Со всего мира я получаю письма от молодых людей, которые говорят мне спасибо за все, что я делаю, потому что я их тоже на что-то вдохновляю. Потому что было очень много писем от людей самых разных возрастов и профессий, а не просто от поп-фанов, от Битлз-фанов. Если я сейчас пойду по улице, то со мной люди заговорят скорее о мире, чем о новом хите Битлз. Первое, что произошло с нами в Нью-Йорке, это мы гуляли по улице, вдруг ко мне подходит какая-то женщина и говорит: «Желаю вам удачи в ваших мирных делах». То есть, видите, о чем она говорит? И это было очень интересно. Мы навели много новых мостов. Суперфраза. Вот главный месседж. Вот, ребята, что надо держать в мозге, чтобы мозга не завихрилась, а врубалась бы. «Нет войне», сказал и спел. Спел Джон Леннон, наш папочка и гуру. Его песня – это нам послание всем. И по мере возможностей нам, конечно, надо врубаться, рассекать и вспоминать то, что нам послал Джон. Мы любим все Божье. Там, где есть Господь Бог, там, где есть лав, там есть музыка души. И там есть наш храм, да? Храм послан Богом. Это мы бы, человечки, вряд ли бы придумали идею храма. А вот Бог послал. А Джон Леннон еще и спел об этом. Представляете, как круто? All you need is love. We need the temple, ребята. Bye-bye!